В четверг, 31 мая, состоятся торжественные линейки, посвященные последнему звонку, после чего для большинства учащихся начнутся каникулы. Однако это не касается выпускников 9 и 12 классов. Им еще предстоит сдать экзамены. В этом году БАК пройдет с 5 по 22 июня в 92 специальных центрах. Первый экзамен на степень бакалавра по румынскому языку и литературе намечен на 5 июня. Затем 8 июня выпускники сдадут экзамен по языку обучения. 10-го будет проведено тестирование по иностранному языку. 15-го состоится экзамен по профильному предмету – математика, история румыны и всемирная история, спорт, технологии или искусство. 19 июня пройдет экзамен по выбору, а 22 числа по родному языку. Для оценки бакалаврских работ созданы два республиканских центра. Они обеспечат необходимые условия для проверки работ по каждому предмету, а также условия для работы команд, которые будут подсчитывать и регистрировать баллы, набранные каждым кандидатом по экзаменационным предметам. В Молдове всего 1300 учебных заведений среднего образования. В них учатся 335 тысяч человек.